Текс. Делаю плюс 3. Так, меня сюда. Почему сюда? Мне вроде бы надо было поговорить с вот этим хреном. Да. If it isn't the poster child for Prozac. We are supposed to be allies now. Come on, you're an immortal being. Aren't you even gonna try to smite me? We have a problem. Amiona has requested your assistance. What could be wrong up here on the mountain? Aren't you guys all walking around with rainbows and unicorns pouring out of your asses? It's not what's up here that's the problem. Some of our number have gone missing. Wait, let me get this straight. There were people who actually chose to stay the hell away from you? Who in their right mind would do such a thing? Laugh all you want, but this is serious. After going to town for supplies, several of our people never returned. Something foul is afoot. And let me guess, you want me to check it out? Amiona believes the Yakuza may be responsible. And she'd send you, but you just whine them to death. I'll take a look around. Степлер. Некоторые из культистов пропали, когда ушли за провизией в Каламити. Вам нужно выяснить, что случилось, и вернуть их в целости по возможности. Поехали. Да, загрузка, конечно.
24 часа. Я с этим ничего поделать не могу, с ВБС-ки. Потому что в ВБС-ке нет паузы записи. Sorry, guys, но... Правда, жизнь такова. Но зато ВБС-ка сжимает получше. И как это ты не сдохла? Расскажи-ка мне. Хитбоксы пинков у них, конечно, знатные. Она пинает, находясь в 10 метрах от меня и попадает. Как тут мило у вас. Ай, нет, твою мать, да ты делай что-нибудь. Долбоёб, блядь. Хрена. Вы тоже так умеете? Не-не-не-не-не. Ай, зараза. Твою мать. Я неудачно сейчас сыграл. Слушай, нифига урона стало. Они меня убивают. Они меня убивать стали. Не-не-не. На, экшен поприбавилось. Хардкор, точнее. Ну, я говорю, они жирнее просто становятся и... И дамаговее. Что, кто-то заспаунился? Ну ладно, допустим. У меня, кстати, одно очко навыков вроде было. Кто бы его влить? Здесь два очка надо. Улучшает преобразование обычного химии. Давай. Что надо так задуматься. А сейчас опять проблемы с патронами, наверное, будут. Хотя... Может и нет. Что-то
Сундуков на карте. Так, это один. Второй я. Второй. А, записочка. Хочу. Боги всегда ведут себя как люди, которые их создали. А, ну-ка подожди. Подожди-ка, дружок. Где мой меч-то этот? Кулак Годзу. Куда его впендюрить? Сюда вот. Блин, прокачивать надо его, однако. С моей винтовочкой больше так просто. Кто там еще? Японский бог. Блин, кто делает прицел не на конт, не вот. Короче, понятно все. Я с тобой сейчас согласен. Офигеть, у него резист. Сам огненный, а резист к молнии. Был. Ну так повеселее. А то чё они дохнут с одного выстрела? Так хоть бегать приходится. Убегать. Сима, молодцы. Сима, выйти. Пока жив. Ладно. Так, там хилка. This doesn't look good. Someone was held here against their will. What tipped you off, Sherlock? The handcuffs or the cages? The feelings. I sense fear, anger, lust. You can feel that? Strong emotions leave behind ghost resonances. I've been sensitive to them since I was two. If you can feel them, why can't I? It's hard to say. But it could be, and stick with me here. Because you're a violent, insensitive thug. Чё тут? Кэт. Не понял.
Так, ладно, я хотел. Шанс. Тут сопротивление урона плюс 20 еще. Вот что. Шанс кровавого убийства. Урон, если остановить, не будет блокировать атаки. Дай-ка я тебе криту, что ли, поставлю. Блин, все с минусом. О, шанс крита, ОЗ после убийства. Сойдет. Еще шанс крита. Просто шанс крита. Шанс крита. Бонус крита. Ух ты. Да ужалое везение. Бонус и шанс крита. Ух ты. Хорошая штука. Редко такие попадаются. Так, надо еще что-нибудь зачеркнуть на красном. Течка жизни, шанс крита, зашибись. О! Шанс крита 26%, хорошо. Это уже хорошо, наверное. Я не уверен, конечно, насколько хорошо. Но 26% это четвертая часть. Wait. I recognize that seal. Is that Larry's mark? Looks like it's time to pay him a little visit. Чё визит? Куда идти? Куда идти, блин? Покажите, дайте метку. Крыши скользкие. Навестить Ларри на Драконе Горе. А, то есть это обратно же. А, это вот этот вот. Фига он бегает. А, это я два раза на кнопку нажал. Эй, Ларри! Лоуэй, what can I interest you in today? Your customers are into some pretty fucked up stuff, Larry. Oh, I am not one to judge, as long as you ain't hurting nobody, that's what I say. This is the Yakuza we're talking about. Hurting people is what they do. You're gonna have to be more specific. Okay. For our appetizer today, we're gonna have some light kidnapping. Then as an entree, we have forced prostitution on a bed of human and demon trafficking. If you've saved room, we have your choice of torture or murder for dessert. I'm on a diet, and I'm not involved with anything like that. Maybe not directly, but your product was all over this place. These guys have to be some of your best customers. You ready to start spilling the beans? Shit. All I know is they move around all the time, set up in abandoned houses and use them till everything breaks. Including their sex slaves. How do I find these assholes? The only place that stays the same is the main compound, but you won't get in without a retinal scan, if you catch my drift. Are you saying the entrance fee is one dead Yakuza head? For shame! I would never suggest such a thing, and I would never tell you that one of those twisted fucks just left here. Check your map. Keep your nose clean, huh, Larry? Well, this ain't my nose. Wait, what? Я вот что подумал. Я этот самоцветик, который шанс и бонус
А, тут скорострельность хреновая, да? Ну-ка. Я его лучше в двустволочку засуну. Я ей часто пользуюсь. Чё я этим топором, не знаю, буду пользоваться или нет. Я просто хотел проверить, что за кровавое... Что-то там кровавое. Так, как бы мне его найти там? Шанс крита. Вот. Не-не, этот. Вот, вот этот. Сколько стоит? 8. Ну, нормально. Надо очистить его. Так. Потом вынуть отсюда. Так, это значит у нас дух, жало и везение. Дух, жало и везение. Запомнил. Дух, жало и везение. Сто девяносто шесть. А что тут стоит? Дух смерти и везения. Ой. Бонус крита 335%. Блин, а шанс маленький, все равно 8-9, все. Бонус крита тут стоит. Блин, мне бы бонус, этот шанс еще поставить, что у меня шанс, конечно, совсем говенный. Шанс упадения предметов, сопротивление урону. Урон приведен в стихийный, сопротивление урону 12. Шанс, урон, денег, боеприпасы, шанс выпадения предметов, шанс крита. Да, вот это что-то станет. 12%, все равно мало. Ну ладно, а в этот топорик что-нибудь надо тоже засунуть. Типа... Шанс крита, давай урон засунем. Подожди. Шанс к
Критас 18%. Ага. Бонус тогда надо поставить, наверное. Бонус ци после убийства врагов. Давай, поставим. Не знаю, короче, тут можешь долго репу чесать, это просто пипец. Чё надо? Вернуться... Вернуться в казарму, встретиться. Вот этими топорами, только вот, в смысле, ближним оружием, только вот, вот такими атаками приходится биться. Ну, короче, бесполезная дрянь, по-моему. Я не врубился в прикол этого топора, честно говоря. Надо поюзать будет потом. Так, куда идти-то? Ух ты, падла, кусача. А ты типа не враг? Иммунитет к огню. У него ко всему иммунитет. Look, there he is. Oh my, if it isn't Fuckface, my favorite asshole. Who are you, Lo Wang? Good question. I'll let you know after I chop off your head. Yeah. Но это нечестно. Я это уже убил, считай. Где она? Тебя резист. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Голова. Голова кардинала. А мне же, мне там это, доступ по сетчатке глаз, да? Чтобы зайти.
Поэтому и голова нужна. По крышам предлагаете мне прогуляться, да? А чё? Да что ж такое-то, ел? Эх, и жирные стали, а. 5 выстрелов. С критом один, по-моему, или даже 2. А ему все равно. Что тут красное такое? Я говорю, тут как-то не сбалансированное между уровнями. То есть либо слишком тяжело, либо слишком просто. А так, чтобы что-то среднее, увы, ах. А анимация где? Оу! Блин, у этого резист. У зеленого? У зеленого вроде нет. Не тебе по башке. What the fuck? Так, ладно, дальше куда? Тихо, нахуй, блядь, сука. Да, блин, ну я же убил его. Ну чё это за шанс, а? Блин, да, жестко. Блин, 100% крита надо поставить вообще. Сосать будут. На тебе, сука. А где мои... Где меня убили вообще?
Блин, да. Охренеть, урона. Это гребаный ад. Блин, зараза, у него резист. Зараза. Где мои эти, как его, души? Нет, что ли? It's not whiskey, but it'll do. Че опять фризит-то? Ну их все равно, их ваншотит. А, вот мои. Вот мои души где. Так, куда идти-то? Вот эта катанка, по-моему, самая лучшая. Вот прицел должен быть вот прям на кончике ствола. Нахрена так-то сделали, я не пойму. Это путает только, блин. Я застрял. Я застрял! Я застрял! Я... Как так-то? Я за... Бля... Ну все, пиздец, я труп. Я в текстуру застрял. Поздравляю вас. Неудачное какое-то начало. Почему мне вниз-то показывает опять? Ну и где я помер? Хрен его знает. А, ну пофиг. Ты, конечно, там, блин, там ярости много было. Did you feel lucky, dipshit? Не хрен страшаться. Блин, и патронов нет, обалдеть. Я пойду за патронами, ну нафиг. Без патронов, без ярости, сейчас завалят. Пойду патронов куплю. Во! Так ты получишь, да? Сейчас, секунду. Гляну, что тут. Ну, ладно, хрен с ним.
Блин. Теперь у них... Да почему крит-то не срабатывает, блядь? Прокачал крит, не срабатывает теперь. Чё за хрень? Вот я этого и боялся, то есть уровень поднимешь, и все то, что ты прокачивал последние 4 часа, можно можно списывать. Там Come on, you gotta get out of here. А, мне вот этих демониц надо вызволять. Точно, точно. Что за... Сори. Местные неполадки. Да пошли вы своим указателем. Я туда пойду. Тихо, сучка. Блин, чё ж тут так фризит-то, а? Опять. Из того ни с сего. Quick, you gotta get moving. Не, ну смотри, фризит и все. Че за хня?
Can you move? If so, it's time to move. Капитально причем фризит. You ready to get out of here? Падла. Для сопротивления. Как? Прям в нее стрелял. Тихо-тихо, блядь, тихо, падла. А у этой соп... Да стой ты на месте, дура! Бесполезно, не попадаю. Вообще, конечно, полезно это хрень, которая дамажит огнем со временем. Но что-то меня валят. Go! Get out of here. Back to Amiens. Все, да? Хрен с ним. С логотой с этой. Что-то лагает у меня там. Ну давай, что-то там. Я нашел. I found your lost sheep. You better get them some medical attention. Where were they? The Yakuza had them in a brothel. A what? That's an abomination. I should get off your ass and do a thing? Oh, but that would mean leaving her side, wouldn't it?
I have duties. Yeah, Amiona told me you were overwhelmed by duties. You are always so unkind to me. And you sit up here on your self-pitying ass, waiting hand on foot for an immortal narcissist while the people you pretend to care for are victimized. Don't try to tell me you give a shit about humans. Your actions? Sorry, inactions tell the story. Do not speak ill of the goddess. Hey, don't get your pulse rate up on my account. I'm out of here, bitch. Так, что за степлер? Степлер. 30% шанс восполнить запас, плюс 50% боеприпасов обойме при убийстве. А, 30% шанс, 50%... Понятно. Урон 23. Это хорошо или плохо? Ну, в любом случае, его надо попробовать. Степлер. Подожди, а у него какой урон-то? Обычный. А что это за эффекты такие странные? New clip, new life. Вообще я в скорострельности-то увеличил. Ладно. Это будет в следующей серии. Пока. Пока.